Зашкварено. Че там, возьмите свою руку, запущен. Руки запущены в больницу, в центре проводите ее в процветающий дворец медицины. Ну да. Запущено. Только постараюсь не стучать. Очень постараюсь. Зашкваринская больница. Больница Зашкварина давно на грани закрытия. Не в последнюю очередь из-за топорного поведения отдел Jumbo Healthcare. И репутация опустилась ниже плинтуса. Минус 10 тысяч. Деньги закончились, а здание пропахло тушеной капустой. Фу! Мэр Флюгер и филиал Министерства здравоохранения приняли нелегкое решение и передали управление клиникой в наши частные руки, чтобы сделать избыточную больницу конфетку, придется взять кредит. Бля. Ну да, придется взять кредит, потому что... Ну потому что я просто банально ничего не сделаю. Так, ну-ка, давай посмотрим, кто есть из персонала. Из персонала есть просто челик. Они все просто челики. Все просто челики. Просто челики. Так, что за параша? Знаешь, может быть, все это нахер поудалять? Удалять точно пока нет. Тебе нужно нанять этого. Я хочу все удалить. Нет. Вот это я точно удалю. Вот это, блин, говно стоящее здесь. Которое, вот эти помойки все поудаляю. Да. А тебе потом их на что покупать, чтобы кредит не брать? Может быть, сейчас будешь в плюсе пока? Не буду, сейчас полюбас не будут приходить. Будут, будут. Репутация ужасная, не будут приходить, надо репутацию повышать. Ко мне же приходили при такой репутации. Окей, окей, окей. Просто их... Хорошо, я поняла тебя. Что там за хуйня, блядь? Да что там происходит? Двигается это. Если оно сейчас рухнет... Ничего не говори. Ничего не говори. Все, она больше не шевельнется. А почему у меня челики, блядь, где эти уебаны? У тебя их нет, я тебе поэтому говорю, найми. Кредит нужно взять полюбас. Ого, смотри. О, нет, смотри, пришли. Давай, короче, подождем. Вот, смотри, челик пришел, диагноз 90%. Все отлично, все нормально. Я пока морковку перекушу. Можно поуменьшать кабинеты. Пока лучше, думаю, ничего не трогать нужно. Сейчас будет январь, интересно, насколько минус. Ладно, может быть, просто подождать нужно будет, то получится нанять кого-нибудь. Замерзают. Ну, похер. Вот ты в плюсе. О, 1600, все. Какой, блядь, кредит, идите нахер. Один раз мы взяли кредит, я помню. Угу. Ничем хорошим это не закончилось. Лучше, может, вот это апгрейд... А, денег нет пока. 2000 надо. О, все. Нанять. Где? Убирай рвотные массы. Комната отдыха есть, все есть. 6000. Блин. Так, а что задание? Репутацию поднять, вылечить клиентов и стоимость больницы поднять. Здесь. Это легче, чем... Хотя, в принципе, у меня тоже было несложно. Аватара. Бля, вот этот почини, пожалуйста. Довно.
медработник, что ли? У тебя медработник вообще есть? Да. А, он, короче, на этом, на диагностике на этом. Один он тебя не успел увидеть. В аптеке сейчас трудится, да? Блин, теперь еще психиатр нужен. Смотри, может там кто-то есть. О, вот это прям везет так везет. Это реально нереальная удача. Что-то лавочка что-то сломалась? Не, помойка. А. Господи, кто так, блядь, поставил? Сейчас все продам. Может, реально для разнообразия зеленые ставить? Хотя нет, фиолетовый мне больше нравится. Их хотя бы видно. С полом не сливаются. Надо уборщика. Посоветую взять это. Бери. Ага, уже нет. 5000. Он у тебя на долгое время, короче. Точнее, он тебя, считай, будет основным грейдером будет все грейдить. Пусть будет. И может пообучать людей. Я удалю это все. Блин, слушай, кстати, неплохо так лавочки тут стоят. Мне нравится, как они тут стоят. Чуть даже пока не хочется удалять. Да пока особо денег нет, чтобы их удалять. Знаешь что? Чем? Я, наверное, поуменьшаю кабинеты. Они огромные. Так вот это дерьмо починили, я уменьшу их. Потому что реально они огроменные, цветы сраные тут стоят. И помойку сейчас я сюда поставлю. Так. Так. Я такие толстые делаю, ничего? Ничего, нормально. Так. Редактировать. Что за параша здесь? Ну, сейчас я все это говно продам, мне еще денег будет. Че, кредит? Охуели совсем. Во, смотри, ящик за 1000 денег. За 200. 1000 денег. Картина сраная, продать. А что-то оно, кстати, не хочет продаваться. Это окно, может? Я имею в виду, картина не хочет продаваться за деньги. Кстати, интересно, почему? Какой интересный вопросик. Так. Всё. Говно какое-то висит. Точно. Они мерзнут. А вот батареи надо поставить. Опа. Стандарты. Угу.
Так, да там. Дверь не улезает. Делать 2 на 3. 3 на 3 туда зато влезет. Одного хватит пока. Батарея. Сейчас. Может, сюда же его? Давай наставить большие батареи. Кредит, совсем охуели. Так, ничего лишнего нету. Идеально. Смотри, сидят посередине, короче. Угу. Поставь им здесь брошюрки мелкие. Вот эти.
или что с ним? Да, Саша, пусть пока стоит. Без рекламы обойдемся. Что-то должно произойти. Пока ничего не нажимай. Сколько оно стоит? Сколько ниже? 30 тысяч. А вот медбрат война нет. Показалось, что не хватает. Повтори. I asked all you dear listeners to get in touch and tell us what the best thing about your town is. Well, Kelly, а что за -76 было? -76 долларов. Чел прошел, над ним было -76 долларов. Может, заправил автомат? Их же заправляют за 200. А, ну может быть. Все, последнее. Не, это. Палочка. О, можно мумию поставить. Заработать денежек. Мумиление. Мумию, блядь. Я специально так назвал. Хуё, мумию. Да ну не дергай. Всё, ладно. Батарея. Господи. Сколько можно чрюкать? Какой-то новый чувак. То есть это, помимо того, что эти придут, так еще и так нахуй.
Так, они сейчас... А, это VIP. Что-то не понимаю. Все, они все VIP. Ну-ка, как их зовут? Где рулон обоев? Даже если не выполним, то хотя бы просто бабла с них дерем. Да. Мне нравятся эти скамейки, как они расположены. Можно школу поставить у нас? Да. Sally Fig Blanket has been out recording a new segment on Two Point County's hospitals. I've never actually seen any of her pieces, but I'm told they're very good indeed. Keep up the sterling work, Sally. Сколько плакаты стоят? По 100. По 100, ладно. Плакаты вешай обязательно. Да они, мне кажется, прибавят там, блин, ну, то есть отминусуют дня два. Все равно недорого. Да все, хватит пока. А, я да, ставлю батарею еще. Точно. Ясно, что не нравится. Может, автоматы им нормальные поставить, а не это говно? Деньги есть, давай. По две штучки каждого пока поставь. Подвинем эту мусорку вот сюда. Смотри, всех почти увеличил. Еще деньги получили. Так. Так, хирурги. Нам лезут хирурги, полюбас наверняка будут нужны. Почему здесь одно дерьмо? О, такой был. Хирурги, да? Ну давай возьмем, не будет нужно. Ну он пока может в других кабинетах спокойно поработать. Так. Практика первого уровня. Потом всех обучит. Да. Сейчас сделаем его.
А где? У меня дофига челиков. Три. Да, там нужен еще. Блин, очередь. Блин, придется, короче, брать еще одного палаточника. Придется брать вот этого. То, блин, короче. Да пока все. Ну, инъектора не буду. Пока им обязанности не распределяй, я в начале, когда в прошлый раз... Тоже... Блин, может взять еще одного человека? Возьми на всякий случай обычную. Просто чую, что их много будет. Уже долбится. О. Навык лечения плюс 10, навык диагностики плюс 10, скорость ходьбы. Это вот... Интерн, ординатор это кто? Интерн. Это врачи. Это врач? Это интерн, это врач нулевого уровня, первого уровня. Так, мне бы сколько стоит? 40. 40. 40. А все что ли? А вот еще 40. 40. А вот это я не могу купить? Что это за кусок? Ну, значит так. Но они все квадратные, это радует. Переживем. Нет, там можно было. Так. Уборщиков пока не нужно. Да, я знаю, у меня их много. У меня их три. Ну ладно. Хотя... Мелинда Тофф. А где она? Вот она. А что, у нас настроение все нормально? Угу. 52. Ну давай повысим, чтобы у нее было там дофига. До четвертого она сказала. Да. Где там наша? А где сертификаты? Вот золотая звезда. Не, мне нужен обычный бичевский сертификат. Они в самом начале. Ну, первые идут в этом списке бесполезных вещей. Где? А, он вот так. Он. Просто, по-моему, 50 стоит. Он дешевле. Чего не повышается? Все, он просто меньше дает. Пока к успеху идем. А еще настроение сотрудников. Ну, это тоже есть. Зарплату. Максимум. Ну, сейчас эти поставлю звезды. Зелепушки, да, потихоньку ставить. Сделаю звезды и норму. Только вокруг него сделаю, чтобы ему там хорошо было. А, я вижу неверного. If you're feeling ill, the last thing you want to do is pump your body full of cheap artificial medicine. So stay at a holistics hospital, where our natural remedies are so expensive, they just have to be good for you. Holistics, where you can only hope it sticks. This is 2 point radio. Неужели всех придется радостином кормить потихоньку? Плане. Ну, потому что плюс 10% стабильно дает.
Что плюс 10%? К этому, к радости сотрудника. Что каждому. Ты ее? Что? Ну, вот этот навык радости. Да нет, зарплату он за максимум, все. Точно. Блин, я хочу купить участок. Давай просто... Ладно, неважно. Пару телефонных трубок для пусть тоже хоть чуть-чуть денежку да приносит. Вон сюда повесь. Один. Хватит. Подождать. Блин, они так тяжело проходить здесь. Все, можешь умиление ставить. Вот фу, помрачнение. Ну, видишь? Хорошо, что купила. Угу. Иначе некуда было. Прям 4. А, 3 на 3. Listener to call in and tell us about the best thing about their town is Andy Puddington, who lives in Swatty Ponds. What he likes most, he says, is the way the furniture rearranges itself after every earthquake. No need to redecorate there. Doctor's GP's office. Doctor's GP's office. Чем так мне идет во? Решил не фиолетовый ставить? Ага, решил боги поставить. О. Блин, ну... Два диагноза их как раз. Древние. Я обычно врачей диагностов... Скорость это... преподавания 50%. О, отлично. Настроение лучше среднего. Бери их обоих. Вот этого скорость преподавания обучить потом рентгену. Поэтому давай мы этих мумий наделаем. Лампочек много приходит. Вот. Стой, влево там, по-моему, ушел. Нет. Почему это я сажусь играть, блять? У меня это говно постоянно, мне надо вакцинировать этих идиотов. Один, полюбас какой-то. Да-да-да. Может, челик на регистратуре? Может быть, вот он? Или он? Может быть, он?
только хреново их вытаскиваешь из кабинета, они начинают топить и уходят. Сколько у тебя зарабатываешь, посмотри. Нет. 35 за 90 дней. Нет, кстати. Опять толпа какая-то здесь. Так-то эти пришли, мигающие. Не. Там будешь потом другого, тот, который быстро обучает. Палату можно сюда перетащить. Угу. Да, еще перенесу. Так, 4 на 3. Не, да, вот здесь он стоялся. Ангипсовальный слева. Ну, ужас. Поставь здесь по одному автомату, прямо здесь. Вот что тогда можно поставить. Игральные. А сюда напиток и энергия. Еда, закуски. Бесплатные штуки вначале хороши, а вот автоматы, они через, грубо говоря, 200 чувачков, которые поиграют в них, начинают окупаться. Плюсика тебе чинить их не нужно. Блин, они все в палате. Все, можно... А, ладно. Быстро сохраняется пока что. Кто быстро сохраняется? Ну, значок сохранения появился, он прям и сразу же исчез, пока больничка маленькая. О! Психиатра можно перетащить. Не, я, наверное, те, кто и диагностирует, и лечат, у меня будут в одном. То есть у меня будет отделение, где только лечат. Вот. А типа, знаешь, там психиатрия, ДНК, там еще могут диагностировать. Там, наверное, я их отправлю, ну, туда, где диагностики. Кастрюльня? Тебе кастрюльня нужна? Да, вот только что. Ставь. Четыре. Раз, два, три.
Знаешь, что я хочу? Серебряную скамейку. Я на последнюю... Последний уровень? Да, на последний уровень я все разблокирую. Туда все новое поставлю. Буду там очень красиво все делать. Нужна кардиология. Палату перетащить нужно. Ну, как раз ее вот сюда можно вставить. Нет, в палате тоже диагностируют. Мне нужен новый кусок. Вот здесь вот будут диагностики тогда. А сюда я поставлю большую жрачильню. Жрачильню. Уверена? Нет, потому что они могут ходить с других концов. Бля, не знаю. В палату они все равно долго ходят. Но если поставить все диагностики, то все будет норм сразу. А вот это сколько стоит? Я вот это не покупаю. 40. Может, здесь диагностику как раз и запихнуть? А какая разница? А, мне кажется, поближе будет. Думаешь? Ну да, в принципе, тут прямо. Делать там отделение диагностики. То есть там всякие мегасканеры там. Так, у меня апнулся вот этот молодой человек. Вот этот вот диагноз. Двух диагностов нужно сделать из них. Угу. Кардиология. Вот этих, да? Угу, брать их. Ну, правда, не медсестры, но ладно. Какая разница? О, даром второго сделала. Все, прекрасно. Так. Раз, два. Доставь, если что, просто посерединке еще будешь ставить. А сюда, вот сюда четверки пойдут. Там же эти, по-моему, рентген и мегасканер, они 4 на 4 вроде бы. Так, что мне там, кардиология? Так, аптека только лечит. На улицу. На улицу. Нет. Вот сюда. Да, поставь. Пока оставь здесь. Блин, свалите. Клоуны пришли. Бля, нет. Ай.
сена. Короче, сори, доели. Так. Новую поставлю. Покомпактней. Просто длинную тогда. Да я вот думаю. Давай длинную сделаем. Все равно здесь особо больше ничего не поставишь. Делай длинную. Mm-mm. Ну ладно. Вот так вот, если только. Как было, в принципе. Раз, два, три. Раз, два. Сюда 4 можно. На 4 я поставлю сюда мегасканер. А, ладно. Один, а потом может быть второго запихну. Так. А вот сюда вот нельзя поставить? Куда? Вниз, да, вот сюда попробуй. Нет, как? А как он сюда пройдет? Да. Блин, так раз, два, три, четыре, пять. А если... посерединке можно. Одну в том конце, другую в другом. Угу. Не, с ширмой рядом. Хотя. Блин, тут очередь. Им тяжело здесь будет. Да нормально им будет. Думаешь? Угу. Просто они будут стоять в очереди и не смогут переодеться. Смогут. И будет очередь тут. 100 километров. Здесь холодно. This very morning, she was seen visiting a local hospital. Well, if a visit from the mayor doesn't cure you, I don't know what will. Такие машинки. Так, ну пока что могу тут все поставить. Соленая? Нет, не соленая. Сойдет. Просто, ну, смысла нет сейчас заморачиваться, ставить что-то, потому что все равно. Лучше два игральных автомата поставить. Да нахрена? Они деньги приносят. Блядь. $5. Если я сделаю 20, то да. Да все, хватит, хватит. Здесь только народу нету. Квартиры надо сюда поставить.
Так, сюда есть кто? Нет, редактировать. Нифига он за километр. Очень таки бодрые. Выпили, что ли? Да. Какая-то болезнь новая. О, отклонение. Так, вот этого бомжа надо отправить. Он хоть народ не скапливается, кстати. Извините. Ой, бля, а чё так? Что там было? Там? А, нет, народа нет. Народа. Кажется, тут его брать. Хочу подстрелить монозверей. А только где они? Под автоматом? Нету. Под мусоркой? Вон один ползет. Ну где? Что, он чешется? Возле палаты? О, блин, нет, не чисти! И что, он стоит, тупит? Где монозверь? Да. Как долго будет стоять? Ты его этого подвинь просто вдруг. Все. Видимо. Я говорил. Где монозвери? Так, мегасканер можно будет. Да здесь их не будет, они, по-моему, не особо сильно переползают из здания в здание. Они из палаты в основном, потому что монопрофиль лечит в палате. У нас нет моноброви ни одного. Один был, видишь? To say the best thing about the meltdowns are the strange three-eyed animals that escape. Надо, наверное, помочь. Надо ринги этот мегасканер обучиться. Вот этого надо обучить, он страдает. Либо нового просто взять. А, кстати, да. Во, точно. Вали отсюда.
Так, надо построить мегасканер. Но сначала нужно обучить чувака на рентгенологию. Того чувака, который обучает быстро. Проверь в этих сотрудниках. Он есть вообще? Черты характера. Учительница нет, скорость преподавания. Да, вот ей нужно. Блин, да, ужасно, ее нельзя обучить. Кого-нибудь другого обучу. Например. Нам нужно вот это. Палаточника. Нет, денег много уйдет. Можно вот этим палаточникам вот это обучить. Либо терапию вот одного. Лечатора нам нужны будут. Или чистые, я не знаю, как их еще назвать. Лечащие. У нас нет вообще моноброви. У нас ее не было никогда. Они просто попадаются, ну, эти моноброви просто заводятся. Видишь? Ну и пошел отсюда. Что за новые болезни? Сейчас посмотрим. Хочу посмотреть, какие еще можно болезни. Это... Так, а вы... Есть больница, нажимай, да. Вылечить, кабинет, лаборатория, да. Так, о, монобровь. Ротопомойка, ногу свело. И требуется процедурная. В процедурной тоже только лечат, да? Да. Блин, я так и знала, что надо было челика это с... Ну, да ладно. Процедурщика, блядь. Ну, ладно. Туда спокойно лечащий медбрат пойдет. 3 на 3. Раз, два, три, четыре. Блэд. Не здесь, он же лечит. Процедурная. Точно. Да. Именно. Ну-ка, а вот сюда 3 на 3 как влезет? Покажи мне. Посерединке. Ну тогда только не сюда, а как-нибудь сюда хотя бы. Да. Когда ну, здесь это... будет 3 на 3. Ну, может быть, сразу тогда ставить сюда? Зачем? Я не хочу узкие коридоры. Ну, 2 на 2 нормально будет. Что 2 на 2? Здесь 4 будут, ну, 4 на 4 или 4 на 3. И видишь, здесь 2 ширина и 2 ширина. Нормально все. Нет, это узкие коридоры вообще. Это здесь у тебя народу будет не очень много, потому что здесь у тебя лечат. Они сюда приходят, чтобы уже уйти. Пока поставь, пока на месте сэкономь. На каком месте сэкономь? Не поняла, что значит пока на месте сэкономь. На новых этих, на покупке новых земель. Я не хочу, просто понимаешь, чтобы они там толпили, чтобы они, у них там оставалось, там, не знаю, 3 дня до того, как они сдохнут, и они там в толпе не могли пройти и сдохли. Понимаешь? Коридоры нужны большие. Ничто не мешает купить еще одно как бы место. Тем более под конец игры, особенно у тебя там было, блядь, 2 миллиона. Куда, блядь, тебе эти 2 миллиона? Так фишка в том, что они между больницами ходят больше, чем в коридоре. Тебе, если у тебя будет лечилка где-нибудь, блин, в третьей или в четвертой локации. Вот этого не было. Да, он бы, в принципе, хирургом был бы. О-о-о-о.
Ой, мне бы модернизаторами. О, нифига. А, они пришли сами. 8, 7. О, мегасканер можно ставить. Уже нельзя. Не успела. Поскорее бы на секунду пораньше. Где мы на бровь? Где мы на звере? А я говорил, не надо было брать. Помнишь, как зовут ту чувиху-то, которая... Джаз, по-моему, да, как раз она может... Учитель. Да? Вроде бы Линда Джаз. Наверное. Чтобы ее этому обучить, сканеру, который можно уже поставить. Мегасканер? Да. Проверит, она или не она. Просто она потом будет может обучить спокойно остальных, будет быстрее обучать и... Чему? Это мегасканеру, который мне один только нужен. Нахер мне остальные? У тебя их будет два, и как минимум 3 врача нужно будет на него. Это раз. Во-вторых, если она же дальше будет качать эту... диагностику, будет учить всех этой диагностики. Охренел совсем, блядь. Господи, вот это так. What? Crocodile Bay Zoo. Almost no visitor fatalities for 2.5 weeks. 24 hours a day. This is Two Point Radio. Давай сохранимся.